Ну что ж, друзья, приветствую вас на... Так, алло. Работает ли?
Алло. О, наконец. Так, извиняюсь за неплат. Итак, я извиняюсь за неполадки. У нас не подготовлена немножко была студия. Мне немножко не сообщили о том, кто придет. Точнее, о том, что мне будет надо будет комментировать. Но в любом случае, мы на эстафете, на предпоследнем дне Олимпийских игр. Всех приветствую. Мы пропустили первую стрельбу, к сожалению. Надеемся, что больше не будем пропускать ничего. Но вот можем заметить, что биатлонисты уже бегут на первом месте. Сейчас Норвегия, на втором, я так понимаю, Франция, на третьем Америка, на четвертом Германия, на пятом у нас сборная Швеции, на шестом Персейка из сборной Норвегии, на седьмом Барсик из сборной Китая, на восьмом Лерни из сборной Италии, на девятом Джуси из сборной Швеции, насколько я помню. Да, из сборной Швеции. А дальше Мэйлья из сборной Китая и Бабуин из сборной Эстонии. А, ну еще вот тут Стилегарда из сборной Италии. Ну что ж, первый этап у норвежцев довольно сильный. Непонятно, почему рассчитывают на первый этап именно так сильно. И ставят очень сильных спортсменов. Ну вот, особо от него никто пока не отстает. Пытается убежать на этих льдах, но Кирюха-то не отпускает. Кирюха не отпускает. Ну и Магис тоже рядом. Ну что ж, Моке, прекрасный норвежский спортсмен, мы все его знаем, мы все его помним. Сейчас он подходит к стрельбе, тут будет за ним Кирюха из Франции, Мугис из США, Зедди из Германии и швед, или эпилептик Гитфан. Ну вот Моке. Так, секундочку. Все. Буквально несколько секунд нужно было. Моки подходит к стрельбе, и у меня нет ресурс-пака, твою ж за ногу. Совсем не подготовился, извиняюсь. Слишком поздно сообщили, и у меня просто не было возможности. Почему пуль у меня нету? Видимо, пули приняли ислам, скажем так. Так, ну в любом случае. Итак, Моки убежал достаточно далеко. Причем не относительно только Кирюхи, а относительно вообще всех. То есть, получается, относительно Кирюхи убежал далеко, тут, а ну тут дальше. Зедди из сборной Германии, эпилептик из сборной Швеции, Мугис из сборной США, Лерни из сборной Италии, Барсик из сборной Китая. И вот, кстати говоря, сборная Китая не так уж и плохо выступает. Кстати, вторая сборная Норвегии. Где сейчас сборная, кстати, Эстонии, я не вижу. Возможно, они там уже вне борьбы. А у них состава нет. У них только трое на сервере. Что ж, мы наблюдаем за Моки.
Кирюха, кстати, недалеко догоняет, как будто Моки, на самом деле. По-моему, было больше расстояния. Возможно, я ошибаюсь. Но скоро будут подниматься на трассу, на участок трассы, где льды у нас. Ну и дальше здесь будет поворот. Небольшой направо. Потом спуск на мост. С моста еще один спуск, ну и уже финиш. Ну и Моки хорош, Моки хорош. Ну что ж, Моки передает эстафету Алдмелу. Еще одному прекрасному спортсмену сборной Норвегии. Интересно узнать, кто там дальше у нас. Это мы чуть позже узнаем. Сас Фокин, тем не менее, на втором этапе у сборной Франции. Ну и у Франции очень сильный состав, на самом деле. Дальше Дезеди, Мугис. Передает Олегу Устюгову. О, легенда, не он. Стоп. Ждет передача или что это? Видимо, пошел. Ладно, странно. Но мы телепортируемся к Лидию. Кстати, где он? А, стоп, не Моки же сейчас. Алмел. Кстати, в Сасфокин его вполне может догнать. Алмо не такой хороший бегун. Вот мы видим, что он немножко на самом деле подбирается ближе. Ну и мы это увидим. Ну и Сас Фокин совсем уже позади.
Что ж, дамы и господа, перехожу в активное комментирование. Итак, Аубмел попадает на льды. Хорошо, хорошо попадает. Пока незаметно особых ошибок. Ну, может, я, конечно, не шарю, но в любом случае. Но Соспокин приблизился явно. Это стиль на передаче. Ну и вот тут другая группа лидеров, которая разгуляет спортсмен сборной Америки, Егоплей. За ним спортсмен сборной Швеции, Хану Монтана, и спортсмен сборной Германии, Егор 81. Ну и тут уже дальше Латыпов фан и Херман. Ну и сейчас мы следим за молодыми спортсменами, которые начали показывать себя хорошо очень в этих сезонах. И следим за Аубмелом, который уже подходит к стрельбе. Кстати, ветер интересный. Ветерочек-то интересный. Посмотрите, он еще и поднимается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Достаточно интересная сейчас гонка получится. Из-за таких погодных наводнений. Но, кстати говоря, он опускается. И это грустно. Да, он опустился, и ветра, походу, не будет. Аубмел стреляет уже первым. Попадает вторым промах. Третьим попадает норвежский спортсмен. Четвертым попадает. Пятым берет доп. Патрон. И промахивается доп. Патроном. Тут шанс для Соскокина. Выцеливает последний свой... последнюю мишень и попадает все-таки. А, нет, с допом берет, я не заметил промаха. С допом берет. Ну вот Егоплей мажет. Хана Монтана уходит третьим. Егоплей берет до патроны. И уходит вместе с Егором, немецким спортсменом. Но тут Херман Фан недалеко. 0 плюс 0 делает Херман Фан. И сейчас будет тащить сборную Китая на первые места. Следим за гонкой. Капитан, две ошибки. Норвегия, сборная Норвегии второго состава. Посмотрите, как сборная Норвегии выступает в этом сезоне. Ну-ну-ну, капец. А, ну что ж, тем не менее, Аубмел уже не в лидерах. Кстати, где? Ой, стоп. А где? Соскокин? Мне кажется, он залагал. Кажется, он залагал. Возможно, были какие-то проблемы с палками, но сейчас спортсмен сборной Франции просто сместился на третье место, пропустил шведа и норвежца. И вот сейчас швед и норвежец будут вести эту гонку, так сказать, в лидерах. Ну, Соскокин не так далеко, поэтому на нее тоже возлагаем надежды. Но тут, кстати говоря, сзади вот тоже группа неприятная для них. Егоплей, Егор, кстати говоря, почему-то Херман Фан. То ли мне показалось... А, нет, он все-таки за ними бежал. Вот Херман Фан тут тоже, кстати, не откидываем его, так сказать, от борьбы. Не отбрасываем ни в коем случае, потому что Херман Фан может еще побороться здесь. Там еще такие прекрасные спортсмены, как Вира Фан, Дед будут. Ну и, кстати, что интересно про Херман Фана. Сколько бы он ни пытался, это, кстати, его последний сезон, по его же информации, сколько бы он ни пытался, не получалось никак взять олимпийское золото. Есть три больших хрустальных глобуса, есть золото чемпионата мира, но до сих пор нет золотой олимпийской медали в дисциплине биатлонной, биатлонной дисциплине. Да, есть серебро. Недавно, кстати, даже взял серебро в индивидуальной гонке. И вот если бы не промахнулся, то там был бы
золото, да? Но это на самом деле последний шанс для Олега, чтобы взять золотую олимпийскую медаль по дисциплине, по биатлонной дисциплине. Потому что не по биатлонной, у него, конечно, есть золотые медали олимпийские. И мы не будем это забывать. Легендарный спортсмен. Ну и со Сфокин, посмотрите, за Ханна Монтаной-то уже увязался и догнал его. Тут Алмел, кстати, не так далеко. Алмел потерял здесь скорость. Наверное, по сравнению с прошлым кругом, тут со Сфокин побольше отыграл. Ну и возвращает свои места со Сфокин пока что. Точнее, не пока что, а пытается вернуть. Пытается выиграть. Но пока безуспешно. Ну как безуспешно? Успешно догоняет здесь шведа. Но здесь стрельба. Здесь стрельба — это главное. Я бы сказал, здесь моральная стойкость нужна. Ну вот, кстати говоря, ветер-то поднимается чуть-чуть. Мы видим, да. Но нет. Такой спокойный ветерок. Не думаю, что он сегодня помешает в стрельбе. Точнее, сейчас. Вот он, кстати, налево пошел. Возможно, какие-то изменения есть. Сейчас посмотрим. Ну, кстати, ветерок разгоняется перед стрельбой. Вот это самое противное. Да, разгоняется. Это самое противное. Он может заставить кого-то промахнуться. Кстати говоря, графики-то нету сейчас. Графику не убил. И Сосфокин мажет. Два раза мажет Сосфокин. Алмел мажет. Хан Монтана выцеливает последним. Не получается у нее это сделать. Доп берет. Алмел первый уходит со стрельбы. Егоплей с Ерманфаном уходят. За Алмелом будут работать. Француз и швед уже тоже отстреляли. И американец последний из этой группы отстрелял. И уходит уже шестым из этой группы. Но тут Латыпов Пан совсем, конечно, закопался. Но шансов для итальянцев, конечно, уже практически нет. Вот Питандри, между прочим, может догнать Латыпова Фана. И он на круг! Сборная Италии! Ой-ой-ой-ой-ой! Очень обидно, конечно. Но Алпмел, посмотрите, какая группа за Алпмелом. Все борются, все в борьбе. Тут сборная Германии, сборная Швеции, сборная Франции, ну и, конечно же, сборная Китая. Но не отбрасываем сборную США. Не так уж и далеко сборная США может попробовать догнать здесь. Но не получается, конечно, пока что. Егор тем временем приближается к Алмелу. Егор 81, опытный спортсмен. Мы знаем, легендарный, конечно же, деятель в Майнкрафт-биатлоне. И мы все помним его прекрасные дизайны. Прекрасные дизайны проектов и, конечно же, легендарный человек. Ну и не стоит забывать о новичках-то. Ханна Монтана не такой же новичок, конечно. Сосфокин тоже. По сути, тут из новичков только Алмел. Да? Но именно раскрывать они начали только вот сейчас себя. Вот. И второй этап для них дался, конечно, трудный. Но вот для Китая какую работу сделал сейчас Олег Устюгов, потому что были очень далеко от лидеров сборной Китая. И сборная США тоже была далеко от лидеров. С ними, по-моему, была даже сборная Швеции и сборная Германии, но я не уверен. Ну, это Олег пытается здесь догнать. Ханну Монтану, кстати, уже съел со Сфокин. Сейчас начнет уже обгон полностью. Ну, Алмелу здесь надо, конечно, стойкости много, чтобы выстоять вот этот шторм, который на него надвигается. Этот ураган из достаточно сильных, по ходу, соперников. Ну и Ханна Монтана, конечно, не выдерживает. Хотя нет, пока держится. Посмотрите, перед Сосфокином не пропускает пока здесь. Но и сборная Америки пока не приближается. Пока держит расстояние.
Тем временем Обмел не теряет преимущество над Егором. Но вот Егора догоняют другие спортсмены. Догоняют сейчас другие спортсмены Егора. Ой, да-да-да, Егора, правильно. Ну и Сосфокин на льдах уже обгоняет Хану Монтану. Тут и Олег Устюгов приближается. Но вот тут Хану Монтана пытается отыграть. Олег Устюгов уже на льдах подработал. Сосфокина сейчас может догнать сейчас. Догоняет Сосфокина. Ну как догоняет? Ну, по-моему, примерно такое же расстояние, но уже Хана Монтана из борьбы здесь выбивается, скорее всего. Будет, конечно, пытаться как-то подержаться, может даже обогнать, но сомневаюсь, что будет обгон. Но вот подержаться надо ради, конечно же, своих сокомандников. Мы не забываем, что на третьем или на четвертом этапе у нас из сборной Швеции спортсмен с тяжелыми жизненными обстоятельствами, о которых мы не будем, конечно, говорить. Но он молодец, что сегодня выступает. Ну и тем самым Херман Фанта на вторую позицию вырвался, обогнался Сосфокина, Егора обогнали. И только Обмел осталось в сборной Китая обогнать. И это шанс. И что ж, сейчас готов уже озвучивать. Верафан, кстати говоря, на втором этапе. Пусти Рейтер на втором этапе у сборной Норвегии. На третьем этапе у сборной Китая Верафан. Значит, на третьем этапе у сборной Германии Криста Маквайл. На третьем этапе сборной Франции Найтфайр. У Швеции Флокси. У Америки Тима 347. Ну и сейчас посмотрим, насколько там далеко Италия. К сожалению, вне борьбы тут Фоксович будет третий этап пробегать. И у второй сборной Норвегии будет не он. Там Питандри уже подходит. И Ватыпофан уже тут. Ну, я так понимаю, не он. Да, не он. Ну и не он. Легендарный спортсмен. Все мы его помним. Как он показывал хороший ход. Не брал, конечно, ни разу в жизни, по-моему. А, нет, извиняюсь. Он же как легенда... Точно не помню его награды, но мы знаем, что это легендарный спортсмен, и этого нам хватает, я надеюсь. Ну что ж, переходим к лидерам. Очень плотная группа, Тима здесь подобрался, кстати говоря, не знаю, за счет ЕГП или нет, я не успел обратить внимание. Но вот Криста Маквайл отстал вот от этой двойки Флокси Верфан, и, кстати говоря, тоже там Найтфайр отстал относительно того, какое было... расстояние между китайским и французским спортсменом. Но вот Верафан пытается Фустирейтера здесь догнать. И Фустирейтер не такой, на самом деле, хороший бегун. Посмотрим, как со стрельбой. Ну, для сборной Норвегии, конечно, сейчас очень волнительно. Так как не слишком опытные спортсмены на последнем этапе у них. Там, по-моему, Тёма Продакшн на последнем этапе. Тёма Продакшн, в принципе, может выдержать. Вполне. Но вот Флокси уже съедает Верафана. И да, Флокси вырывается вперед. Итак, Найтфайр уже отстал совсем, кстати, далеко. Посмотрите, Тима даже его обогнал из сборной США. И Криста Маквайл. Криста Маквайл пока держится. Некогда, на самом деле, довольно сильный спортсмен ходом. Сейчас, к сожалению, не удерживает ход. Хотя нет, удерживает ход. Почему я сейчас на него клеветун навожу, так сказать? Клевечу на него. Ладно, не знаю это слово, я неграмотный, не обращайте внимания. Но Верафан, как видим, уже уступает довольно много Флокси. И это шанс для сборной Швеции, если сейчас Флокси не промахнется. Потому что на последнем этапе Люкс Лора.
На сервере ли он? Да, на сервере. Конечно, все понимаем, что Люксор в один любой момент может по непредвиденным обстоятельствам просто выйти с сервера, и он ничего с этим не поделает. Таковы жизненные обстоятельства данного спортсмена в реальной жизни. Но, что ж. А Фустирейтер запинается, Фокс его тут догоняет и уже сближается с Фустирейтером довольно хорошо. И Фокси пока не намеревает отступать, все еще за Фустирейтером держится. Ну и Фустиратор тут, конечно, переживает. И, возможно, это давление скажется на стрельбе. Ну и тем самым Верфан уже на третьем месте чуть подотстал. Вот даже, мне кажется, Кристо Маквай вообще догоняет. Почему даже? Сейчас главное, конечно же, стрельба. Потому что в этой группе, решит все то, насколько опытные спортсмены в этой стрельбе. Но вот тем самым ветер. И опыт как раз здесь очень нужен. При таком ветре стрелять-то надо уметь. Но уменьшается ветер, уменьшается, видно. И для зрителей это плохо, для спортсменов это хорошо. Но нет, стоит ветер неплохой. И на самом деле, я бы сказал, это противный ветер, потому что он не так часто выпадает. И Флокси первым же мажет, Верфан вторым же мажет. Ой-ой-ой. Третий закрывает сейчас, делает запинку. Три промаха у Верфана, у китайского спортсмена. Фустирейтер тоже допускает ошибки. Кристо Маквай, сборная Германии, уходит с рубежа. И тоже за ним Найтфайр уходит. Пытается Верфан два круга. Ой-ой-ой-ой-ой. Флокси 0 делает. Тима делает. Тоже уходит без кругов. Без штрафных кругов. И для сборной Китая это, конечно, катастрофа. Ну, давайте посмотрим, как другие стреляют. Сборная Италии и сборная Норвегии второй состав. Ну вот не он. Закрывает пока три мишени. Четвертую закрыл. И последнюю главное закрыть. Выцеливает долго, но вот 0-1. А, нет, не выцеливает долго. Был доп-патрон взят. И вот за Фоксовичем сейчас урывается. Будет пытаться его догонять. Не будет пытаться отставать, конечно же. Мы переходим к лидерам. Кристо Маквай выдержал. Просто гений. Он просто гений. Выдержал эту стрельбу. Выдержал этот наплыв страсти, эмоций. Давление просто ненормальное. И сейчас будет идти первым. Будет трудно пока и догнать. Найтфайр и Фустирейтер не такие сильные бегуны, чтобы догонять. Конечно, на таких расстояниях Кристо. Уж тем более Кристо Маквай. Ну и тут Флокси вполне может догонять их. Ну и для сборной Франции и Норвегии это, конечно, опасно. Но не будем забывать, что у сборной Франции-то на последнем этапе, надеюсь, должен будет Филиппек. Я надеюсь, что там Филиппек будет. Так, Перси от Слиги, там что-то Кугай спорит. Так, ну что ж, Найтфайр отстал от Фустирейтера, Фокси его догоняет. Фустирейтер пока вне борьбы. Если Филиппек придет, то все будет, конечно, хорошо для сборной Франции. Главное сейчас Найтфайру не промахнуться. И опять же таки, отстрелять хорошо. Ну и мы наблюдаем за немецким спортсменом Кристо, который сегодня может принести неожиданно для сборной Германии золотую медаль. Не забываем про последний этап. На последнем этапе, опять же, таки должен быть Фирхантер. Но пока его тоже не вижу на сервере. Возможно, они зайдут по четвертый этап. Но мы надеемся, потому что
Тогда это будет, конечно, трудно будет для Германии выстоять это. Там сборная Швеции, Люфс-Лоура будет бежать, и Люфс-Лоура не такой уж и... Люкс-Лоура крепкий орешек, один из лучших, легендарный человек, создал этот проект. Конечно, сейчас он не главный администратор, но до сих пор администрирует этот проект. Мы понимаем, что непростая судьба ему выдалась. Ну ладно. А, Флокси. Догоняет Фестирейтера. Трудно будет бороться как-то. Но вот стрельба. Тоже важная. В принципе, любая стрельба важная. Ну и сейчас посмотрим, как Кристо выдержит эту стрельбу. Ну вот, как мы видим, ветер особо-то и не появляется. Ну хотя нет, появляется, но его пока что нет. Не опускается, но... Ветра нет. Конечно, скучненькая гоночка. Из-за ветра. А хотя поднимается, поднимается ветер. Может быть, это опасно для Кристо и Маквайл. Ждем первого выстрела. Первый выстрел прошел. Второй попадает. Третьим попадает, четвертым попадает, пятым попадает, закрывает, уходит Кристо Маквайл. Сборная Германии сейчас в полном счастье. Фустрейтер за ними, Флокси за ними, Найтфайр за ними. Все кроют нули, Тима 3-4-7. Тут надо догонять, нужно пытаться здесь сделать один промах. Ну как же так? Нужно пытаться, молодец, закрывает. Ну и Вирфан. Сборная Китая с двумя кругами допускает еще один промах, пытается урваться за соперниками, быстро стрелять. И вот тут один промах. Попадает. Факт, достаточно нестабильным ветре не он. Сборная Норвегии второй состав. И вот мы видим три промаха сейчас у Неона. Попадает один раз. Второй раз, и круг будет. Кстати, стиль довольно легко попасть к руку сборной Норвегии второго состава. Кто там близко? Решает ли это как-то для сборной Норвегии? Нет, там близко никого, поэтому это не решает ничего для сборной Норвегии. Сомневаюсь вообще, что там кто-то есть. Мы переходим к лидеру. Это Криста Маквил. И Кристо Маквил сейчас на первом месте. Фустирейтер пока не особо-то и не приблизился за счет стрельбы. Нет, кстати говоря, за счет стрельбы приблизился. А вот по ходу мне кажется, что отстал. Если смотреть отставание со стрельбы. Ну вот Флокси уже обогнал Найтфайра. Ни пока Филипека, ни Фирхантера не видно на сегодняшней эстафете. Интересно. Неужели сейчас не будет явного лидера у сборной Германии и побежит Туралец? Кто побежит? Давайте сейчас узнаем, кто побежит. Так, у сборной Германии действительно побежит Уралец. Сборной Швеции пока тут не видно. Ой, сборной Франции тут не видно. У сборной Китая Дед побежит. У сборной Норвегии получается Тём Продакшн. Жаклен побежит. Ну тоже неплохой. А вот у сборной Швеции должен побежать Люкс Лоура. Ну и Антоникс на последнем этапе для сборной США. Что ж, посмотрим.
Переходим пока к Кристи Маквайл. На самом деле Уралис, в принципе, неплох. Если такое отставание останется, то он может попробовать удержать его за счет стрельбы, за счет всего. Значит, много, конечно, чего, много факторов тут будет влиять. Но вот, конечно, отсутствие сегодня двух довольно сильных спортсменов из сборной Франции и сборной Германии, это, конечно, не очень. Ну и Криста пока удерживает расстояние между фустерейтером. На самом деле плохо, надо было отыгрывать. Но и относительно Фокси не выиграл. Даже Фокси приблизился здесь к первому месту, но к фустерейтеру уже догнал. Сейчас на льду даже может проработать и, возможно, выиграть здесь фустерейтера. Есть шансы. Фустерейтер пока не получается. Да, на льду обгоняет. И Криста Маквайл передает сейчас Уральцу. Фокси передает Люкслора. И Фустерейтер передает теме продакшену. Который, кстати говоря, на льду неплохо работает. Получше, чем, по-моему, Люкслора. Нет, одинаково примерно. Ну и вот Жаклен достаточно далеко. Для сборной Франции звучит как приговор, на самом деле, данная ситуация. Ну и вот и ВКС Антоникс рядом. Со сборной Франции. Сборная Китая! Передает сборную... Передает эстафету деду на последнем этапе. Ну и он... Вообще не видит уже смысла. Нет уже огонька, ну да, смотрит уже назад и не борется тут за медали никак. Печально, печально, переходим к лидерам. Фокси обогнал тему продакшена, а вот Уралец пока не собирается вставать. Почему у него, я не знаю, по-моему, у нас администраторы немножечко разучили давать формы, и это очень печально. Либо это у меня баги. Возможно, сейчас зря клевечу на администраторов. Но это вполне возможно. Давайте тогда раздадим. Прямо в прямом эфире. Так, Антоникс в форме. Ну, там дальше в форме всем. Так, переходим к Уральцу. Все, Уралец. Пока выигрывает. Люксор уже оторвался чуть. Нет, не оторвался. На самом деле, такое же расстояние между Тёмой Продакшеном и Люксора. Ну и Тёма Продакшен не собирается. Здесь как-то. Отставать. Даже приблизился. И в один момент обогнал, но тут на спуске, конечно, ударился. Ну и в реальности бы сказали... Лучше работают, но здесь нереальность, здесь отнюдь нереальность, здесь на спусках. Как говорил, цитирую слова трехкратного обладателя большого хрустального глобуса, чемпиона мира, не помню, правда, насколько кратного, но чемпиона мира, Олега Устюгова, он говорил, что здесь даже больше отыгрывают на спусках, чем на подъемах. И... К сожалению, возможно, это факт. Но Тём Продакшен уже обогнал Люксора. И держит сейчас лидерство в борьбе за второе место. Ну а Уралец пока отставать-то и не собирался. Держит на самом деле расстояние. Ну льды могут сейчас решить многое. Тёма Продакшен не сказал бы, что выбирает траекторию получше. Только что видел, как... Фокси по ней, по такой траектории обгонял, как и Люкслоура сейчас обгоняет. Тёма Продакшен догоняет Люкслоура. Люкслоура пытается убегать. Запинается чуть на льдах, но выходит Тёма Продакшен. Первым, нет, вместе выходит Люкслоура. Пытается как-то догнать. И вот у него
Вроде как получается, вроде как нет. Ну нет, пока за Тём Продакшн прям работает. Ну, Урале, кстати говоря, за счет этих льдов проиграл довольно много, довольно много. Ну и здесь на спуске! На спуске! Плохо отрабатывает Уралец. Очень сильно приблизились сборная Норвегии и сборная Швеции. И Уралец. Уралец прибегает на стрельбу. На стрельбе 5 штиль. Но поднимается чуть ветерок. Нет, колеблется. Все еще штиль. И пока звучит скучно. Хотя поднимается маленький ветерок. И ветерок поднимается, поднимается. Сейчас ветерок опускается чуть-чуть. Но вот будет колеблется. Неприятно, Тёма Продакшн первый же промах допускает, Уралец промах допускает. Клюкслоура уходит, уходит, сборная Швеции сейчас уходит первым, Тёма Продакшн. За ним будет работать Уралец, пока что третий лишается лидерской позиции. ВКС Антоникс и Жаклин, что они придумают сейчас? ВКС Антоникс промахивается, Жаклин уже, по-моему, второй промах допускает, если не третий. Я немножко пропустил, за пуль не видно. ФХС Антоникс уходит. 0-1, 0-1. С одним допом уходит. Но вот Жаклена впритык допа. И если сейчас промахнется один раз, то на круги пойдет сборная Франции. Попадает. Последним попадает тоже. Итак, мы переходим к лидерам. Люкс Лоура. Нифига себе, вот это расстояние, вот это расстояние, посмотрите, как Люслова много отыграл, и сейчас это, конечно, скажется на его моральном отношении к этой гонке. Ну, я надеюсь, это... Так вот, Люкс Лоура выходит на первое место пока что, напоминаю. Тёма Продакшн же от Уральца здесь убежал. Убежал, и Уралец будет бороться, но трудно, трудно. И видно немецкому спортсмену сейчас. ВКС Антоникс тут далеко, но все еще в борьбе. Если кто-то на круг зайдет, то я думаю, тут шансы есть. Хотя, недалеко, недалеко, далеко. Четвертая позиция. Тем самым, кстати говоря, на пятой позиции у нас сборная Китая в главе на четвертом этапе с дедом. И на пятом месте, на шестом месте у нас Белофорка. На седьмом месте сборная Франции, которая, видимо, зашла на круги. Я просто что-то забыл. Но заходил на круги? Секунду. Я что-то... Нет, но не заходил на круги. То есть настолько сейчас много проигрывает сборная Франции. Много теряет. И Люкс Лоура уже вторую КТ проходит. Здесь спуск. Спуск, подъем, льды, спуск длинный и стрельба. И стрельба. И все сейчас вот на этих последних кругах, на последней стрельбе, на последнем кругу все решится. Ну и если, конечно, ветер на последней стрельбе будет, то это будет интересно. Посмотрим, как будет развиваться событие на огневом рубеже. Это очень интересно. И будем сегодня наблюдать, надеюсь, за плотной борьбой за первое место. Но пока мы видим, конечно, явного лидера. Мы ни в коем случае не хейтим Люкс Лоура, потому что он молодец. Он большой молодец. Он просто борец. Сегодня он идет первым. И вот на последнем этапе очень много отыграл относительно других своих соперников.
Ну и тут сборная Норвегии и сборная Германии. Расстояние между ними стало больше. И Тёма Продакшн проиграл еще больше Люкс Лоура. И для Люкс Лоура это очень хорошо. Может постоять на стрельбе и выиграть эту гонку, вторую эстафету для сборной Швеции. Между прочим, на этой Олимпиаде. Ну что ж, Люкс Лоура, последняя стрельба. Все решается прямо сейчас. Выиграет или нет он для этой стрельбы, для сборной Швеции эту стрельбу. Мы все сейчас увидим. Смотрим за ситуацией на огневом рубеже. Ветра почти нет. Он даже сейчас, похоже, стихает и будет штиль на стрельбе, что очень, конечно, хорошо для шведского спортсмена, но плохо для других спортсменов, потому что нет, возможно, поводов для того, чтобы отыграть. Но вот ветер чуть поднимается, пытается как-то ветерок помешать этой сегодняшней гонке. И да, чуть-чуть поднимается. Ну вот Люкс Лоура. Ой-ой-ой, поднялся неприятно ветер. Когда он встал. И промах для Люкс Лоура. Второй промах для Люкс Лоура. Что же будет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Доп берет. Тёма Продакшн. Может на ноль идти. Доп берет. Люкс укрывает. Будет борьба за первое место. Уралец. Ай-яй-яй. Вне борьбы. Последний промах все зарешал. Но на самом деле довольно медленно стрелял. Поэтому Уралец в принципе был вне борьбы. И... Поставляем, конечно же, наверное, в сборную Германии с третьим местом. Но тут ВКС Антоникс будет пытаться вот эту бронзу выскребать для сборной США. Возможно, все еще возможно. Белофорка приходит. Где там сейчас за пятое место будут бороться сборная Китая, сборная Италии. Но это не так, конечно, интересно, как первое место. Дед пытается просто пулеметом прострелять, но не получается. Может даже сейчас на круг зайти. Три промаха он допускает. Будет доп брать, еще доп берет. И для сборной Франции это, конечно, печальные новости, потому что сейчас промах допускает. И седьмое место. Но мы следим за борьбой. За борьбой. Люкс. За Тёма Продакшеном. Тёма Продакшн пока уходит. Пока пытается подрабатывать на этом подъеме. Но Люкс Лоура не отпустит. Он крепкий орешек. То есть он тут разбирался со всеми просто. С Олегом Устюговым разбирался. С просто прекраснейшим. С Неоном даже разбирался. Ну тут Тёма Продакшн тоже молодец. Ну посмотрите, как хорошо сейчас подрабатывает над этом подъеме сборная Норвегии. Ну что ж, две сейчас сборные гонят друг друга, лишь бы выиграть эту золотую медаль. И это, конечно, очень решительно. Очень решает сейчас все вот эти вот микромоменты, которые... Из-за которых мы и смотрим сейчас эту борьбу. Да, интересная борьба. Ну и Уралец, мы видим, что довольно далеко. Тут сборная Америки, конечно, не так далеко, чтобы прям это вообще не отыграть. Но достаточно далеко. То есть трудно будет отыгрывать. Надо Уральцу много ошибаться. Но вот Люкс не собирается отпускать. Хочет вторую победу в эстафете и забрать просто... Стать королем эстафетным хочет. Хочет очень Швеция стать эстафетным королем. Но сборная Норвегии тоже хороша. Мы не забываем про нее. Кстати говоря, по-моему, второе место занимала сборная Норвегии в микс-трилее. Сейчас, секундочку. Нет, ладно, подъем. Надо посмотреть, что же я делаю-то. Люкс Лоура догоняет чуть на этом подъеме. Более лучшую траекторию выбирает, пытается подобраться здесь. Ай-яй-яй, какая запинка. Она сейчас может все решить для Люкс Лоура. Тёма Продакшн пытается убежать. И посмотрите, тут блоков где-то 8 уже. Ой-ой-ой-ой-ой, плохо это для Люкс Лоура. Но Тёма Продакшн. Не собирается отпускать. Вот это вот норвежский просто... Норвежское терпение. Как же он вырывает сейчас эту победу. Пытается все сделать для нее. Но Люкс Лоура не так прост. Льды начинаются прямо сейчас. И мы будем смотреть, кто же будет отыгрывать на этих льдах. Но, конечно, видно, что расстояние между Люкс Лоура и Тёма Продакшн довольно большое. Чтобы здесь что-то... в чем-то сомневаться. Но... Люкс Лоура будет пытаться на этих льдах поработать. Посмотрите, догоняет Тёма Продакшна. Пытается работать здесь на льдах. Еще финишные льды будут. Поэтому шансы-то и есть. За Люкс Лоура. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая запинка для Тёмы Продакшна. Люкс Лоура прямо в Тёмы Продакшн. Сейчас будут бороться. Люкс Лоура выходит вперед. Люкс Лоура, сборная Швеции, выходит вперед. Какая драма. Какая на колене страстей. Посмотрите.
Сейчас все решается для этих двух сборных. Люкс Вовра на этом спуске уходит, уходит от Артема Продакшена. Пытается убежать Люкс Вовра. Пытается убежать. Посмотрите, какое расстояние между Артемом Продакшеном. Как сейчас отыграл это расстояние Люкс Вовра. И та запинка, кстати, Артема Продакшена. Это примерно вот это расстояние. Поэтому отыграл здесь очень много Люкс Вовра на этом спуске. Посмотрите, как отработал. Господи, какое большое отстояние. Сейчас все решат финишные льды. И сейчас на льдах могут поработать спортсмены. Ну, кто же выиграет, сборная Швеции или сборная Норвегии? Все решается прямо сейчас. Люкс убегает на этих льдах, пытается выиграть. И выигрывает. Тёма Продакшн сдается. И флаг достает. Непонятно почему, он же не выиграл. Ну, Люкс Вовра оборачивается тоже. Такой небольшой фэрплей. Ну, и фэрплей, да, конечно, Тёма Продакшн проявляет. Снимает палки совсем. И Люкс Вовра тоже снял палки. И поздравляем сборную Швеции с победой в двух эстафетах сразу на этих олимпийских на этих олимпийских гонках по биатлону. Это просто прекрасно, это прекрасный финиш, прекрасная гонка сегодня удалась у сборной Швеции, у сборной Норвегии. Ну и также поздравляем сборную Германии, которая сегодня финишировала третьей в эстафете, сборная США четвертая. Сборная Германии сегодня пыталась, конечно, выигрывать победу за это первое место. Ой, победу, извиняюсь. Борьбу за это первое место. И не получилось. Но Белофурка пятое место. Сборная Италии чуть откомбэчила. Ну и сборная Китая там где-то на шестом. Но все же мы следим за... Мы снова скажем, конечно же, про прекрасную сборную. Сборную Швеции, которая... у которой не удался старт этих олимпийских игр. Сейчас они просто разрывают всех в биатлоне, в биатлонной эстафете. И эта эстафетная четверка сегодня показала, что она лучшая в этой гонке. Сегодня для вас за сборную Швеции выступали на первом этапе... Стоп. А кто на первом этапе? Секунду. Я очень извиняюсь. А! Эпилептик. Подождите. Да, Эпилептик Кит Фан на первом этапе, на втором этапе Ханна Монтана, на третьем этапе Флокси, на четвертом этапе Люкс Вовра. Они все сегодня молодцы, большие молодцы, они вырвали эту победу не зря, не зря. И молодцы, конечно же, сборная Швеции. Ну что ж, также поздравляем сборную Норвегии, первый состав Моки, первый этап Моки, второй этап Алмел, третий этап Фустерейтер и последний этап Тёма Продакшн. Сегодня не получилось у Тёма Продакшна вырвать эту победу, пытался на стрельбе, даже выиграл два дополнительных патрона, допустил люкс, дал, так сказать, надежду на эту золото, но вот запинка, льды не получились сегодня. Пытался отыгрывать на подъемах, видно было, что вначале отыграл даже, но потом... ряд ошибок, к сожалению, моральная составляющая этого спортсмена подвела его сегодня. И за что мы, конечно, сожалеем о том, что она сегодня его подвела. Но в любом случае, сборная Швеции еще раз поздравляем. Также поздравляем другие страны, которые сегодня заняли высокие места. Это сборная Норвегии, сборная Германии. Все сегодня боролись, сегодня... удалась прекрасная гонка. И, просто прекрасная гонка. Я не знаю даже, что сказать. Сегодня Норвегия... сегодня Швеция молодцы. Оказались самыми сильными в этой непростой борьбе. Ну что ж, я с вами прощаюсь. Эфирное время заканчивается. И не забываем про то, что сегодня у нас будет матч за третье место по хоккею. Также сегодня у нас... секундочку, открою расписание, чтобы не соврать, потому что по памяти, вы знаете, иногда нельзя восстановить полностью все по памяти, конечно, говорить нельзя. Ну что ж, напоминаю, что сегодня у нас еще... лыжное двоеборье сегодня закончилось. 20:00 сегодня будет хоккей, Норвегия против Китая, два на самом деле... сильных довольно фаворита, будут играть в матче за третье место, довольно интересно. И кёрлинг, я так понимаю, сегодня будет полуфинала, 21
0-0 или матч за третье место уже, стоп, Кёнинге, что произошло у нас уже? Были ли уже полуфиналы? Были полуфиналы между Германией и Эстонией, Германия выиграла. Но я так понимаю, сейчас будет играть Германия-Франция, и там уже будут матч за третье место, пишут. Но я не уверен, возможно, последний день будет и матч за третье место, и матч за первое место. Посмотрим, посмотрим. Следите все в группе Майкро Биатлон The Day, не пропускайте никакие новости. Будут, надеюсь, освещать вас. И не забывайте играть на нашем проекте. Ну что ж, дорогие друзья, всех поздравляем с сегодняшней гонкой победителей. И, конечно же, призываем их не унывать. И призываем их радоваться за сегодняшние победы. За сегодняшнюю, в принципе, гонку. Даже тем, кто сегодня не завоевал никакие медали. Призываем радоваться. Потому что сегодня была хорошая гонка. И сильные спортсмены сегодня бежали. Сильные. Ну что ж. На этом все. Я с вами прощаюсь. Увидимся чуть позже. Со мной вы уже увидите, скорее всего, на аналитике в матче за третье место по хоккею. Напоминаю, что это будет в 20:00. Ну и пока я с вами прощаюсь. Всем пока!